Традиционно накануне Дня Ленинского района и города Видное в историко-культурном центре проходят выставки, посвященные родному краю. В этом году, в связи с празднованием 50-летнего юбилея поселения, выставка носила особенно торжественный характер и называлась «Любимому городу». Всего более 300 работ, а 90 авторов разных возрастов и профессиональных навыков. Все жители Видного. Это преподаватели и учащиеся школы искусств, центров детского творчества и самодеятельных организаций. С каждым годом авторов, которые выставляют свои работы, становится все больше и больше. В этом году мы открыли 30 новых имен на этой выставке. Я хочу также отметить, что именно выставки авторов, живущих в Ленинском районе, пользуются большим спросом. Наверное, за счет того, что это люди, которые живут среди нас, с которыми мы знакомы. Они сами приходят, приводят своих близких, родных, показывают свои работы. На выставке представлены разные жанры и техники исполнения. Здесь вышивка бисером, крестом, гладью, декупаж, изобразительное искусство, авторские куклы, глиняные игрушки, роспись по стеклу и многое другое. Отдельный зал посвящен фотографиям из фонда районного историко-культурного центра, на которых изображено Видное 60-х годов. Все это говорит о многообразии творческого потенциала жителей города. Глаза разбегаются, заходишь и получаешь огромное удовольствие, потому что видишь, что люди вложили туда частичку души, старались вот что-то довести до нас хорошее, доброе. Я считаю, что такие выставки очень нужны. Они позволяют погрузиться в очень приятную атмосферу, теплую, через призму художника посмотреть на наш город любимый, на какие-то далекие края. Действительно, погрузиться в прошлое нашего города. Ну, эту выставку надо посетить, конечно. Художник Валерий Кулешов на выставке «Любимому городу» представил две свои картины – «Осенний переслан Залесский» и «Морской пейзаж Крымские берега». На вопрос, почему на его полотнах изображено невидное, автор отвечает, что о городе им написано уже десятки работ, а для юбилейной выставки к мужчине пришло вдохновение на другую тему. Вдохновение от настроения, во-первых, это главное. Если нет настроения, ничего это, как говорится, хорошего не сделаешь. А если хорошее, доброе настроение, то работа получается хорошая и добрая. И все это видят. Выставка продлится до 15 ноября, поэтому у всех горожан еще будет возможность своими глазами увидеть работы земляков. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ.